Если вы хотите начать работать с Arduino, то набор Матрешка Z — это лучший выбор для легкого старта в максимальной комплектации. В коробке с набором вы найдете светодиоды, конденсаторы, резисторы, кнопки, микросхемы, LCD-экран, микромоторы и сервопривод. Они соединяются в схемы на макетной плате и подключаются к контроллеру. Разобраться с компонентами поможет конспект хакера — учебная брошюра, в которой собран необходимый минимум теории и практическая часть с примерами создания 20 устройств. Мозг набора — Искра Uno, микроконтроллерная платформа, являющаяся полным аналогом Arduino Uno, которая разработана и производится у нас в Амперке. Программируется она на языке C++. Для начинающих отлично подойдет среда разработки Arduino IDE. Простые программы — скетчи — управляют устройствами, собранными из радиодеталей. Все устройства собираются из настоящих радиодеталей, но без возни с пайкой. Детали вставляются в гнезда макетной платы и соединяются с управляющим контроллером проводами папа-папа. В качестве обучающих примеров в буклете приведены 20 небольших проектов, которые помогут начинающему инженеру разобраться с радиодеталями и программированием. По мере изучения сложность и функциональность устройств будут увеличиваться. В одной коробке мы собрали множество деталей, которые отлично подходят друг к другу. Они обеспечат вам комфортный старт и позволят познакомиться с понятиями напряжения, электрического тока, емкости, сопротивления, а также усвоить принципы работы кнопок, потенциометров, транзисторов, микросхем и сервоприводов. А если информации из буклета будет недостаточно, больше всегда можно найти на нашей Вики. Пройти набор по силам инженерам от 14 лет, а с помощью более опытных коллег использовать матрешку могут дети и от 10 лет. Благодаря красивой коробке матрешка Z станет отличным подарком, заказать который можно у нас в Амперке.